Внимание, призыв подписчиков и зрителей канала. Меня зовут Семен, и со мной мой верный товарищ Иван. Привет всем. Здравствуй, здравствуй, Ваня. И мы начинаем второй сезон по игре The War Z. Вы рады? Вы рады? Вы рады, Ленин? Я рад. Как я рад, что поеду в Ленинград. Решилась моя проблема с интернетом на время, на месяц-другой. И в этот промежуток времени мы постараемся с Ванькой побегать по карте. Постараемся снова выживать. Ванька будет опять прикрывать мою могучую спину. Молотком. Я буду опять на него ругаться постоянно. Остановились мы на... Начали, вернее, мы на том же месте, на каком мы закончили первый сезон. Вот в этом курортном городке. Я повыбрасывал все ненужное мне оружие. Сели мы играть спонтанно, не знаю я, какие здесь нововведения. Ванька меня сейчас будет с ними знакомить. Ты, Ванька, знаешь, что здесь ввели новое? Не, оружие некоторое новое появилось. Ты где? Сзади тебя. Ну я смотрю, город, ты же человек был, а явно он уже оружие взял. Не боись, прорвемся. У меня, кстати, ручного оружия нету никакого. Вот это меня беспокоит. Не, пистолет и три обойми. Ну это же не ручное оружие, согласись. А что у меня там? Молоток, ну молоток. А тебе зачем, когда я у тебя есть? Ну, как бы хотелось бы быть во всеоружии. Сейчас раннее утро. Мы зашли поиграть на европейский сервер, где не очень много людей, чтобы немножко свыкнуться опять с игрой. По моему скромному мнению, графика стала хуже, чем была, нет? Нет, все лучше. Ну это все после кризисов. После кризиса любая игра графически несовершенна. Трава стала хорошей. И почем? Бежим мы сейчас слева, да, и по горе вверх. Мы сейчас с тобой бежим на метеостанцию, Ванюш. Мы заканчиваем изучение карты, потому что есть еще места, где мы не побывали. И после того, как мы это закончим, мы уже будем определяться с тем, что нам делать дальше. Как думаешь, мы здесь поднимемся, Ванюш? Так что люди, поднимемся, конечно. Люди, пишите, что вы бы хотели видеть. Люди хотели бы видеть расчлененку, убийство, смерть и грязь, секс и рок-н-ролл. Так я это тоже хочу. В каком порядке? Так. Сначала секс. Потом рок-н-ролл. Потом расчлененка. А секс во время расчлененки, нет? Ну, можно и так. Ну ладно, мы уже не в те дебри пошли. Так, а что это за медиастанция? Метеостанция. Мы напротив нее были. Я совсем что-то отвык от игры, если честно. Чувствую себя как здесь, как новорожденный. Что вообще графика Во-первых, поменялась? Первое нововведение с последних моментов нашей игры. А напомним, мы перестали играть где-то в середине декабря, то есть очень-очень давно. То, что я заметил, это то, что ограничение веса 15 килограмм, я ношу 17, и мне не разрешают ничего брать, если у меня превышение. То есть у меня было куча оружия, были свободные слоты, но жрачку я не мог взять. Ванюш, ты что там застрял, дружище? Ты у меня сейчас смотрю, люди же откуда-то бежали. А у тебя бинокля нету лишнего? И один. Давай, есть. Чё ж ты молчал-то? Нет, у меня для себя есть. А, я думал, ты лишний имеешь в виду. Mm-hmm. Я в таком вот камуфляже и бронежилете. Ванька говорит, что меня издалека не видно. Я сейчас вижу. Нет, тогда просто не было видно, потому что так лежал на пригорочке. А меня видно? Да вот передо мной бежишь. Подписанный именем Ваня. Так. Ваня, Ваня. Мы с тобой идем на метеостанцию, да? Мы уже близко к ней. Понять бы, что мы там найдем. Да ничего хорошего. Думаешь? Кроме зомби. Не, там водичка может быть и, да? Кстати, что у нас по водичке, по идее? Ну, на день хватит. Ты все осматриваешь. Ну ладно, я на тебя за это не буду грешить, потому что ты очень часто людей замечаешь. Я-то как слепой котенок в шары долблюсь. Только если на меня убегают. Не, просто я не хочу, чтобы попасть в засаду, что за нами будет следить. У тебя это мания преследования. Че, как здесь обстановка? Люди не подобрели? Все так же друг друга убивают? Да. Я редко играл. Че мне везде играть? По тем же самым картам, которые мы бегали, но новизну я не пытался пойти. Новизну. Так.
В основном я шарился по большим городам. Что мне не нравится, это прорисовка травы. А мне очень нравится. Угу. Ну как вживую. Прорисовывается трава? Я имею в виду вдаль, когда смотришь. Допустим, холм, он лысый, потом подбегаешь, на нем трава начинает прорисовываться. А-а-а. Мне это скажи, не очень. Скажи, коронавирус в кризисе у вот меня. У меня в кризисе. А по-другому. Знаешь, как это пожилые люди, вот в наше время такого не было. Так, мы правильно бежим-то? Мы правильно бежим, ты почему-то как-то у тебя столько запасов энергии хватает, так быстро бежишь. Я дышу как паровоз. Почему-то у меня очень быстро снижается шкала жажды. Солнышко светит. Хорошо. Мне почему-то кажется... Чего такое? Давай. Так, что у нас на горизонте? На горизонте пусто. Слушай, а вот по большому счету такое ощущение, что вроде недавно играли, а прошло уже больше 3 месяца. Да. Январь, февраль. 2,5 месяца, ну, да. Больше 3 месяцев. Ну дай преувеличить ты, господи. Гипербола. Литературный прием. Так. Я вижу, уже там домики виднеются. Одиноко стоящие. Так, а мы туда доберемся, нет? Да. Мне кажется, вероятность здесь кого-то встретить крайне мала. Ты не видел это видео? Очень. Вирусное. Какое? Крайне мало. Нет. Давайте потом скину. Так, ладно, бежим. Ты прям как спецназовец стал играть, прям сердце кровью обливается. Смотреть на тебя радостно. Раньше просто несся вперед с молотком. Сейчас уже оглядываешься по сторонам. Вот что значит опыт, да? Сын ошибок трудных. I'm friendly. Это пишет. А нам посрать, мы всех будем убивать. Как ты сказал, Люба дорога, как сердце кровью обливается? Это хорошо, наверное? Так. Сейчас подожди, мы подойдем к зомби, ты скажешь, о, ничего не изменилось. Я уже чувствую. Так. Здесь у нас обрывчик такой небольшой. Дай-ка я посмотрю этот место. Давай, я буду день. Слева заходить, ближе как бы к сосенкам. Тебе зомби идет. На вышке никого нет. Зомби идет. А, он там далеко, это мне бинокль кажется, что близко. На вышке никого нет, можно идти. Травушка высокая. Оп, видишь меня, видишь, нет меня? Да. Где ты меня видишь-то? Я видел, когда ты вот нырнул. Ну. Так, ну я думаю, можно здесь маленько расслабиться. Хотя... Так всех положили, да? Место тут такое, видишь. Так, зомби. Ну, он мой. Она. Ты с чем ее будешь убивать? Молотком. Человек-молоток снова в деле. Это же такая музыка. Тум-тум-тум. 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 Я бедую тебе, крошка моя. Тум-тум-тум. Так, положил. Три удара. Справа еще товарищ, муж ее, наверное. Ну, может, теща. Так. А, все, тут очень много зомби. Справа еще мужик говорит, может, теща. Так. Господин полицейский впереди меня. Так, там кто-то стучит, что ли? По идее, здесь должны были за это время очень много что поменять, как от анимации зомби до звуков. И я сейчас стою возле здания, Ванька, и тут кто-то стучится в двери, прикинь. Зашибись, меня выкинуло. Приколись, прикольный прикол. В общем, мы зашли опять на другой сервер, уже спустя сутки после того, как меня выкинуло. Не получалось у нас никак сконнектиться, соединиться, поиграть. Теперь мы же на этом месте. Ванька, ты где? Я вон в домах. Ты мне нужен, потому что здесь зомбака стрелять неохота. Сём, я сам воюю. Серьезно? Mm-hmm, да. Ну давай тогда я к тебе на прикрытие, а потом пойдем уже к этому метеовышке. Ой, топорик. На тебе топорик. Че, топорик есть здесь? Да. Блин, здесь раньше не было топорика. Ну-ка дай-ка попробуй сейчас топориком. Ко мне пока не беги. По идее топорик должен быть хороший. Сейчас попробую топориком. Надочил я свой топор, дровешек полон двор.
Муха-ха. Что за мешки здесь какие-то лежат? Я в мешках. Ты мне хоть что-нибудь-то дай. Да сейчас ты топорика попробуй одному. Не, ну ты мне дай хотя бы что-нибудь. Ну сейчас, подожди. Бегут к тебе. Я специально а сделал. Ты можешь его метнуть? Они к тебе много бежит. Тебя коцнули. Ой-ой-ой! Два! Уходи! Все, мне завис! Блядь, да что такое? Что же за идея? Ваня, вот тут все это из-за твоего вот этого любопытства. Хочу попробовать топориком, блядь. Попробовал топориком. Не, все, не стань. Че у тебя? Сзади. Ну зашибись. Попробовал топориком на 10 патронов. Красава! Ну и как топорик? Все, аптечку съел. Как топорик-то, зашибись? Всем хороший топорик, на самом деле. Ну давай мне тогда. И бегай дальше своим молотком. Ой, Ванька, встань-ка. Поиграли. Ну как топорик? Чего у тебя по здоровью? Все, 100%. Всю аптечку потратил. Зашибись. Я еще настрелялся, что-нибудь услышит, придет. Давай быстро осматриваться и сваливаться. Чуть здесь бедолаги поплохело на стуле. Ты убил? Нет. Там еще одна бродит сзади. Ага. Нет, топоры-то хорошие, просто я не ждал, что их столько пойдет. Ну так а ты бегаешь, что ли? Нет. Ну видишь, что прелесть, что тут мы с горы, мы все видим. Я пошел на медиа. Много нововведений, я тебе скажу. Допустим, раньше же не было такого, чтобы трупы просто лежали в домах. Сейчас для антуража добавили сидячих, лежачих трупов. Ты уже там, сзади смотри аккуратно. Справа от тебя, Вань. Сзади. Ну ты что такой невнимательный-то? Давай будем вместе бегать, я тебя прошу. Давай не будем торопиться. Я прям как будто окунулся в декабрь месяц. Ваня, я только два поворота головы сделал, Ваня уже в 100 метрах кого-то убивает. Кто там стучится, слышишь, нет? Да. Мне очень страшно, если честно. Но вчера так тоже было. Вчера так было. Ну что же у вас так только много? Интересно, они выбежать не могут оттуда? Сейчас сломалась дверь, и кто-нибудь туда выбежал, я бы кони двинул точно со страху. Еще кто-то рычит. Слушай, ну атмосфера у нас так стало намного, да? Угу. Говоришь, еще волки были, да? Да. Да вчера просто заходи, время посмотреть. Ветерок так дует. Я помню, кто-то бежит, Ваня. Ой! Ты чё там? Ну чё, на меня выбежал какой-то хрен. Ну чё, топорик-то не видел? Ой! Чё? Много хренов, что ли? Ага. Чё-то я отвык уже от этой игры, если честно. Расстрелялся вообще, я только топором и машу. Мне надо его сначала поставить в слот. Жестяная жесть, я тебе скажу так. Ну и чё мы тут? Тут вообще что-нибудь нашли мы на этой метеостанции, кроме траты патронов? Вот если мы бы не вылетели, я видишь, если бы нашел. Ты там бегаешь, что ли? А ты чё завис-то с чего вдруг? Слушай, они опять респанулись, прикинь, жопа какая. Что такое респанулись? Ну, появились. Кто? Ну, вон, смотри, вон. Возле деревеньки. Заметил, что зомби много стало? Ну да, ощутимо. Но они... Я заметил, что они очень быстро появляются. Это нереально. Мы успели только маленько побегать, они уже появились. Короче, в жопу эту метеостанцию, пошли отсюда. Вот это страшно, да, когда там стучаться? Это ужас просто. Ну да. Сейчас, давай я все смотрю. Давай только ты осмотришь, а не пойдешь их всех убивать, а то я тебя знаю сейчас. А чё они бегают? Пойду постреляю. Так, я же только топорик хотел испробовать, вот испробовал. Наша с тобой следующая задача — это Norad Military Base, Ванюша. Там все мы зомби. Я просто мимо как-то пробегал, время смотрел, появился там случайно. Но я там не бегал, но там зомби очень... Ну это какая-то большая локация, по идее. Ну, относительно. Угу. И в принципе на этом мы с тобой что, изучение карты закончим, мы побывали везде. Но это было давно, то есть может быть какие-то изменения внесли.
Будем начинать снова и снова. Ты вообще куда хотел бы сбегать? Что тебе запомнилось? Я бы хотел сбегать, сейчас скажу. Ну вот в самом... Всё, мне вот это место уже где-то, вот эта новая карта, я уже достал его там. Хочу уже в старых местах побегать. Мне вот так вот, я сейчас что-то подумал, мне запомнилось только вот этот выжженный город с метеостанцией. Помнишь? Не, мне вообще вот там очень сильно понравилось. Мы там побегали, потом на вышку какую-то поднялись, там зомби поубивали. Ну да, вот то, что запомнилось мне. А так только большой город, самый первый, который появился в первой Альфе, и Клервью городочек вот с озером, потому что там очень долго играли, и все. В принципе, так места-то особо какие-то не запоминающиеся здесь. Я бы, знаешь, куда здесь бегал? Мы с тобой особо без интереса побегали в городе, помнишь, где вертолет уже посадили? И затоплен. Так, а ты где, мой друг? Все, вижу. Затем. Где затопленный был город. Я бы туда вернулся. Ну, это получается большой город, только ближе к сюда, к нам, по этой карте. Ну да. А он, кстати, близко к нам находится, мы можем, наверное, туда, скорее всего, и пойти. А нам, да, мы туда и пойдем. Ну, мы потом по дороге пофигачим. У нас либо Смолвиль, либо этот город. А вот смотри, видишь, на карте... Давай ляжем на всякий случай. Давай. Болдер Сити, видишь, куда я, про человек, город, про который я говорю? Угу. От него мост, он разрушенный, то есть мы с этой стороны к нему не подойдем через озеро? Нет, я только пытался, с обратки, да? Я пытался, не получилось. Ладно. Нет, можно. Но просто там обойти надо будет. Можно, если осторожно. Вот видишь, там немножко пляжик, ты увидишь. Ну, по нему, что ли? Да. Если не сон какой-то снится. Про то, как мы идем в Болдер Сити? Нам проверь чуть-чуть. Я бы тебе советовал заходить тут, как я иду. Ну, мы просто полукруг делаем дикий. Все, лучше дикий полукруг, чем... А хотя ладно. С каких-то пор такой осторожный стал. Даже потому что это... Вот, Сём тебе пишет. А, if anybody... А именно мне, да. Я не Бенни, да? Не. Тут, когда ты мне один раз сказал время посмотреть, позавчера что ли было, когда мы с тобой играли? Я зашел время проверить. Ну дай-ка бегаю в Смолвиль, старый добрый Смолвиль. Короче, бегу. Смотрю, магазин, а там кинули флешку синюю. Я мимо этой флешки пробегаю. Не синюю, а красную. Видите, какая травка, да, прям? Можно спрятаться в ней. Всё, и я мимо этого пробегаю магазинчика, думаю, вот не зря же он скинул эту красную. А может быть просто скинул, что просто места не было. А этот человек, короче, он просто скинул, чтобы видно было, кто заходил, а сам стоит с пулеметом прямо у входа. И знаешь, я так на него смотрю, и прям душу в дьявола заглянул, знаешь. Он секунду подождал и как мне в голову расстрелял просто. А я с фонариком иду. А там какой-то глюк был, у меня фонарик, короче, он не работал. Но я его взял, а он не работает. Но я его как этот, как молоток использовал. Я чисто так просто думаю. Ну а о чем ты думал? Флайеры возле магазина нормальные люди не бросают. А еще, знаешь, думаю, ну просто, может, скинул, знаешь, там места не было. А он так, знаешь, я еще так смотрю, я на него смотрю, он на меня смотрит. Он так секунду подождал. Та-та-та-та-та-та. Да, я тут думал, люди подобрались. Кстати, машины-то не вели еще. Автомобили, нет? Видишь, да о чем смысл тогда машины-то? Ведь надо большую карту делать. Ну я не сказал бы, что карта маленькая-то. Ну да, бегать-то тут, если честно, очень долго. Мы как-то с тобой полностью сутки пробежали. Ну, местные сутки. Ну да. Я думаю, в этой глуши нас никто не зацепит. Хотя военная станция. Ожидать, что там что-то интересное лежит. Пока не приходится, но посмотрим, потому что вдруг там война как... Вода есть? Воды нет. Сейчас позырим. У меня здесь водичка, но мне самому нужно попить. Я понял. Я тебе могу колу дать. Нет, пока не надо. Пока я. Кстати, да, вопрос провизии встает остро. У меня не попить, а всего один запас тушенки. Или что там, паста? Я тебе могу дать тунца, если хочешь. Но если не хочешь, не дам. Жари свой тунец сам. Всё, пойдем за мной. А я тебя что-то потерял, а все вижу. Надо вот так вот идти параллельно, ну чтобы кто-то из нас шел впереди. Параллель такая вот. Ты закончил курсы спецназовцев?
Так просто рентабельнее получается идти. И какой коэффициент рентабельности? 30%. 30%? Ну ладно. Ладно, проходим. Что-то елки какие-то квадратные стали. Мне кажется, сейчас кто-то из елок выбежит и отстреляет нас. Но по идее тут засады не должно быть, потому что нафиг им надо. Нафиг надо нам или нафиг надо тем, кто сидит в засаде? Надо, нафиг надо, кто-то сидит в засаде. Ваня, тут кто любит сидеть в засаде, ему вообще нафиг ничего не надо. Ну вот я тут вот я и понимаю, вот сейчас думаю, как вот тут. Когда вот мы играли, вчера позавчера. Думаю, как вот он так вот сидит в магазине, фонарик кинул флешку и сидит, ждет. Ну да знаешь, сидишь такой, зашел в игру, такой думаешь, а дай-ка я в магазине посижу. Угу. О, красу, флешка есть, дай-ка я в магазине посижу. Так, это зомбак, показалось человек. Так, впереди дорога. А мы уже возле базы. Да-да-да. Я предлагаю левее отходить сюда. Вот. Дорога идет к эту базе. Чтобы заходить с возвышенности. Надо посмотреть, во-первых, осмотреть город. Как ты себе. Видишь меня, нет? Я не вижу тебя, но я вижу цели наши. Я на холмике левее, потому что с высоты. И там с этой стороны. Ну гора вроде бы чистая. Сосенки. Короче, выше поднимайся вот сюда вот. Я прям на самом высоте стою, ты должен меня видеть. Так, если мы по той по дороге пойдем, то мы как раз придем. Правее теперь, Вань. Вот он, я стою. А. Так, военная база. Зомбаков поубивали. Че, лежат? Угу. Что-то есть. Человека вижу. Где? Никак тебе не скажу, но вижу. Там внутри базы. Он, как мы пошел. Вот он подходит к ней. Я не знаю, с чем он, но. Че, пошли за ним? Ты где? Левее, 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 левее. Вот он прямо, как я иду, вот он так спустился. Прямо параллельно с нами, прикинь. Так, что торопиться не будем, посмотрим, что он там делает. Да. По-моему, у него рюкзачок такой слабенький, но врать не буду, потому что издалека он без бинокля. Ну, видишь, ну его либо там зомби убьют, либо что. Ну, он далеко примерно от нас сейчас? Ну, не очень, Вань. Так. Где-то рычат. Ой, блин, Ванька напугал меня. Где-то рычат. Я предлагаю пойти сюда левее. Да, обед, да. И с возвышенности за ним смотреть. Да, да, да. Потому что все мои потуги в прошлые разы, когда я пытался побежать сразу их убивать, всегда заканчивались смертью. Обоих. Так, ну вот здесь, мне кажется, можно на холмике прилечь. Давай вот это, да, впереди. Угу. Не пыхти как паровоз, а то тебя услышит наш враг. Хорошо. Так, у тебя бинокль один, да? Угу. Даже если у него пистолет, он уже опасен. Да. Он опасен тем, что даже он, видишь, френд пишет. Значит, это рядом. Может, он нас видел? Ну мы как с тобой спецназовцы подбираемся. Ага, так. Сейчас он сзади придет и битой нас захерачит. Ну ты смотри. Ну смотрю. Может там еще кто-то есть? Ну смотри, вот он не заходит через главную дверь. Ты его видишь? Нет, но я вижу зомби, что там стоят. Бека, смотри-ка зад мой. Здесь еще горочка херновая, потому что она без травы. Вижу человека, вот он, на крыше. Ориентир дальний самый ангар, и он лежит на крыше. Ориентир самый дальний ангар. Там кто стреляет? Да хрен его знает. Его убили, которого я видел. Угу. Короче, хорошо, что он. Стреляли помог. Где-то снизу подо мной. Или. А? Еще человек! Где? Свалим, валим, валим в лес! В лес быстро, в лес быстро! А чё? Он на нас целится. Он вот там на горе лежит, сидит. На самой где? Высокой точке. Валим, 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 валим. Он сейчас нас будет высматривать, Ванюш.
Мы или вот здесь его обойдем. Вот сейчас он здесь должен появиться. Вот здесь где-то. Смотри, куда я смотрю. Че, воюем или что? Не знаю. Но он в любом случае нас будет сейчас искать. Давай спрячемся. Он убил того, которого я видел. Угу. Мы спрячемся и будем за ним наблюдать. Да, а он нас будет искать, как ты за ним будешь наблюдать-то? Пусть ищет в кустах. Мы же ты знаешь, где он, знаешь. А он меня тоже видел. Я же почему тебе сказал Валя, потому что он на меня нацелился. Ты сам-то где? Вон в елке. Я на тебя смотрю. Ты меня как мишень. Так, ну ты смотри за мной. Я пошел вот к этой дальней елочке. Но он явно не один сам. Вполне возможно. Пиши френдли, вон он пишет. Френдли? Ага, френдли, он только что чувака за... Потом что-то ничего не ответил. Все, я тебя потерял. Вижу, ты там это спрятался, да, Сем? Ты меня видишь? Ну ты спрятался. Я ползу в траве. Да, да, да. А ты видел, где я? Ну, я примерно представляю, где ты, ну. Не факт. Я тебя сейчас немножко это... Видишь, я плохо, что я его не видел, блин. Не пыхти. Еще раз, где ты сказал, где он был? Ну, на горе, он на самой высокой точке, которую видно было, куда я пополз. Вообще, получается, он вообще рядом, да, был? Да, ну, как рядом... Обозря его увидел. Я потому что по звуку выстрелов понял, что он там. Но он где-то там на горе сидит и смотрит полностью всю базу. Тут надо, короче, идти убивать или уходить отсюда, потому что по-другому никак. Блин, ну мы только появились, давай уйдем отсюда. Потом придем. Ну что это за сыкотня? На как у него ВП, как ты его убьешь? У него не ВП, у него автомат. Очередь была. Просто сейчас я не знаю, где он. Я видел, что он меня видел. И я тебе сказал, что бежим. Он теперь явно тоже где-то засел. Да он явно и меня тогда видел. Ну да, потому что мы с тобой лежали на открытой местности. Ну. Вот он на этой горе был, где куда я сейчас смотрю. Ну ты, конечно, на записи потом посмотришь. Короче, я не знаю, что, отступаем? Давай отступаем. Просто если он не один. Ну, выстрел... Кстати, а вот о чем я тебе говорю? Вот так вот сидеть, смотреть. Это же скучно. Ой, ну каждый точит, как хочет. Так, пока никого не вижу. Ты мне сказал, валим. Я даже это растерялся. Я никого не вижу примерно на той позиции, где он был. Понятное дело, что он не стоит, не ждет нас. Он или свалил, или тоже засел, ждет. Да засел, конечно. Вы же понимаете, что нас двое. Что мы это... Ну, мы можем резко обломать, мы можем убежать. Пусть он сидит и засадит часа 2-3 там. Резко обломать интригу, да? Да. Ну ладно, давай тогда будем отступать. Я смотрю, по времени можно серию заканчивать, поэтому... Давайте эту водную серию пока немножко мы будем осторожны. Иногда лучше отступить, чем отправиться в бой слепо, с кровожадными глазами. По предыдущим сериям понятно, что мы всегда заканчивали такие серии смертями. В следующей серии уже пойдем в этот лагерь. Если бы я бы увидел, можно было что-то поделать там. Но... Сейчас я мы даже... с тобой соединимся и тогда немножко отступим. А в следующей серии уже попробуем ли обойти лагерь, или... куда-то пойдем в другое место, определимся уже между сериями. А пока спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте комментарии, ставьте лайки. С вами был Anybody Play и мой трусливый дружище Иван. Привет. Ой, пока. Все, пока. Пока. Ты Ванька такой, блин.